Не сердитесь к лучшему, что, себя не мучая, вам пишу от случая до другого случая. Письма пишут разные, слезные, болезные, иногда прекрасные, чаще бесполезные. В письмах все не скажется и не все услышится. В письмах все нам кажется, что не так напишется. Коль вернусь, так суженых некогда отчитывать. А убьют, так хуже нет письма перечитывать. Чтобы вам не бедствовать, не возить их тачкою, будут путешествовать с вами тонкой пачкой. А замужней станете, обо мне заплачете, их легко достанете и легко припрячете от него, ревнивого, затворившись в комнате. Вы меня, ленивого, добрым словом вспомните. Скажете, что к лучшему, память вам не мучая, он писал от случая до другого случая.